приехали с Максимом Меркатиным в ЗАТО. В Риме такое, Силензо, знаете, тишина. Все в отпуске. В августе все в отпуске. €145, ничего себе, цена. Серьезно? Вот такая тумбочка 15 евро стоит. Это что за столик такой открывающийся? 9 евро. Это 14. Новый Нованта. Костя дует дичь. 10 евро. Костя мне 5 36 евро. Ну вот отрезать вот эти вот железяки, оставить только низ. Такой красивый стол, 400 евро. Все на ассортименте. Что? Стояла слышу. А. Какая муха интересная. Подсвечник. Такой стаканчик 56 евро стоит. Ух, какие красивые, 34, 12. Что это? Бикери, классные. Тильный набор, 20 евро, расческа, щетка, еще одна расческа и зеркало. Бавария. Какая красивая, 67 евро, Лимож. Красивая. А это что? Мне вот это больше нравится. Agosto. 8,50, sì. Quello mi piace. Mm-hmm. A me piace questo, 23 euro hanno costo, visto un ragazzo insieme. Questo. €155, mamma mia. Ух ты, SPM. Questo è bello, quanto costa? Non lo so. €40 della Rooibos. Non poco. Mm-hmm.
4 евро. Ого. Немало. Такая 67, это красиво. Такая витрина красивая. 81 евро стоит. Она не закрывается, что ли? Угу. Не закрывается до конца. Но красивая все равно. Ух, какая чашка. 5 евро. Для чего она? Для чего такая чашка? Это... это для золота. Per oro scritto. Это 40 евро стоит вместе с чайником, я поняла. Так, что это за тарелка? Да, заклеено. Ничего нет. К сожалению. Красивые креманки или что это? Хэппи. Это чашка для чая. Я так поняла, заварник, да. Такой гробик мраморный. Чайник. Какое красивое блюдо. А это... Палермо. Это что? Налила. Вот это что-то интересное. Ваза, керамика. А, это ваза керамическая. Что написано? Очень симпатично. 26 евро, дороговато. Это что? Котик, ваза. А, это для выпечки формы. Для торта. Ну, это пластиковая. 25 евро. Ребята, вы что, 26-15? Дорого. €45. Ух ты. Хорошая марка. 23-го, 7-го.
Розенталь. Розенталь. Так. Это чашки. Их три. Какие красивые часы они были. Они с маятником. Не знаю, ходят они, не ходят, но 30 евро. Вот, вот это мне нравится. Сколько? 7 евро. Очень красивая штучка. Мне, конечно, нужна хлебница, но однозначно не такая. А вот часы, смотрите, какие, 10 евро. Классные. Там можно что складывать. Слушайте, ну прикольные. Ого, 78 евро косту. Тропу. Вот эта штука. Так, ну здесь полки с металлическими изделиями, скажем так, чайники, сковородки, ну все, предметы обихода из металла. Как видите, много меди, бронзы. И мне нравится посуда медная, но, к сожалению, мне некуда ее вешать. Знаете, мне очень нравится, в современных кухнях делают стенку из красивых вот таких вот предметов. Но у меня нет для этого места. Далее опять металл, как видите, рамки всякие разные. Вот интересная рамка, но, по-моему, она не металлическая. И очень много подносов. Подносов всегда в ассортименте. Как видите, есть также статуэтки, но, как правило, такие статуэтки чаще всего бывают со сколом. Очень редко можно найти хорошую статуэтку в идеальном состоянии. Как правило, такие стоят в витринах и стоят достаточно дорого. А вот такие совершенно недорого. Кстати, вот эту бутылку я хотела в прошлый раз купить, она 3 евро сейчас стоит. Можно ее
уже она мне не актуальна, к сожалению. Смотрите, какая 23 евро красивая тарелка. Просто красиво. Давайте посмотрим, что здесь по люстрам. Вот такая вот роскошная, большая. Вот тоже. Вот это мне понравилось, необычной формы. Но мне кажется, что это 70-х годов люстра. Вот такие вот парень с девушкой, очень даже милые. И, по-моему, целые. Но тяжелые. Кстати, цена одной такой статуэтки стоит 67 евро. Симпатичные. Супницы и чайные сервизы. Кстати, есть очень даже неплохие. Вот такие. Такой вот синенький. Очень похож на мой английский сервиз. И вот такой, кстати, сервиз очень часто попадается. Видно, был модный в свое время. Настольные лампы. Вот эта вазочка симпатичная, маленькая. Видите, есть просто основание для настольных ламп. Что это? Вот такая, вот такие вот две бра. Вот тоже, посмотрите, основание для настольных ламп. Очень даже симпатичный. Вот эта люстра огромная, ну и прилично дорогая. Это очень красиво. Далее еще немножко мебели всяких, видите, комодов, секретеров. Очень даже есть симпатичные, хорошего качества. Вот этот стол интересный. Одежду, я повторюсь, смотреть сегодня не буду. Меня интересует посуда и мебель. Вот тут выставлены тарелки декоративные. Вот такая вот симпатичная статуэтка. К сожалению, пальца нет у молодого человека. Что здесь? Не знаю, такое клеймо. Я вообще не слишком хорошо разбираюсь в клеймах. Далее опять стекло, хрусталь, но уже видите, стаканы, бокалы, вазочки, кувшинчики, тарелочки. Я, как обычно, в поисках идеальных стаканов для виски, но пока ничего хорошего не нахожу.
целый набор, вот видите, с графином. Даже есть для коктейлей. Что это? Угу. Кувшинчик с набором бокалов. Очень часто продаются кувшины, графины и бокалы в наборе. Красивая бутылочка, но, к сожалению, она внутри уже, видите, грязная. Кстати, также хочу найти себе бутылку для парфюма с такой, знаете, брызгалкой, но пока не нахожу. Вот эта рамка для фотографий мне понравилась, красивая такая, такое стекло здесь желтое, яркое. Но ходила с ней, носила, так и оставила в магазине. Ну, смотришь, так вроде симпатичная. Но мне кажется, что она будет не очень красиво смотреться. Вот эта красивая ваза с крышкой, дорогая. И вот эта мне понравилась, неплохая. Красивые два подсвечника. Что это такое? Не поняла. Вот они, смотрите, какие необычные. Что здесь еще? Вазочка вот такая маленькая. Кстати, неплохо иметь такую маленькую вазочку для одного какого-нибудь красивого цветочка. Ну вот, хожу, думаю, брать, не брать эту рамку. Очень красивый такой сервант. Вот настольная лампа. А, видите, еще внизу у нее деревянное основание. Дальше. Оставлю все-таки здесь, наверное, эту рамочку. Пусть стоит, может, кто-то ее купит. Вот две чашечки симпатичные. Они просто как стаканчики, без ручки. Но у меня вопрос о другом. Скажите, что пьют из вот этих чашек? Они вообще такие манюсенькие. 28 евро стоит этот комплект. Здесь сливочник, сахарница и 2, 4, 6, 8, 10 чашек. 2, 4, 6, 8, 10 блюдец. Вот такое типа антично-антично Бавария. Очень даже тонко-тонко. Так, мне нравится вот эта вот шкатулка. Очень даже красивая. 24 евро. Какая прям такая интересная. Нарядная. Граммофон такой красивый. Шкаф классный. Виндута 203 евро вот этот набор. Тут 175 300.
Вот этот мне очень нравится. А, это все 359. Посмотрите, какая красота. Ой, вообще прелесть. Мне так нравится. Вот такие тумбочки. А, кстати, они с мраморными стало вот этими штуками продано. А вот какая 81 евро продано, жалко. Красивые какие. Витрина очень красивая, маленькая. Ладно, идем дальше. 54. Вот для обуви 62 евро. €25. Ну, какой красивый 121. Красивая, какая пыльная. Кстати, очень даже, по-моему, и неплохая. Да, она неплохая, просто очень-очень грязная. У нее очень красивые висюльки. Кстати, такие люстры выгодно покупать. И их почистил, и они как новые. Далее опять картины, немножко диванов. Мне нужен такой маленький столик. Я в поисках. Или какая-нибудь красивая тумбочка. Конечно, хотелось бы витрину найти себе, какую-нибудь стеклянную, небольшую, но пока ничего не подходит. Много столов, очень много столов, круглых, квадратных, маленьких, письменных, разных совершенно, видите. Такие маленькие столики есть. Диванчики, вот этот коврик. Хочу посмотреть. Этот коврик, видите, сделан из таких кругов. Он большой достаточно. Я даже задумывалась его купить, но потом все-таки передумала, потому что он все-таки староват. Сейчас посмотрим его получше. Ну, наверное, вряд ли. Нет. Идем дальше. Картины. Да, кстати, в таких магазинах продают даже изголовья для кроватей. Разные совершенно металлические, такие очень, знаете, старинные есть. Мебель совершенно разная. И современная более-менее, и старая какая-нибудь классическая, и даже есть винтажная, и антикварная тоже есть. Видите, совершенно все разное. Люстры тоже висят, где попало, как попало. Но, к сожалению, я ничего для себя хорошего не нашла. Кстати, вот еще один граммофон. Вот это красивые тумбочки. Или что это? Ну да, тумбочки, похоже. Ну, в общем-то, на этом все.